Ну, как тебе это дерзкое спасение в последний момент? Соскучился по комплиментам, Тони. Встретимся на капитанском мостике. Мы застали АИМ врасплох, и надо не упустить это преимущество. Ладно, ладно, любезности потом. Понял. Ну как? Чуть-чуть повыше. Есть. Еще чуть-чуть. Ровнее. Так, теперь на капитанский мостик. Что ж, Тони, наша задача показать миру истинное лицо АИМ. И сейчас самый подходящий момент. Практика АИМ на Манхэттене. Тарлтон представит новых адаптоидов. Там будет вся пресса. Идеальное место для неожиданного появления десятка пропавших нелюдей. Придется быть осторожными. Они скорее убьют пленников, чем позволят себя разоблачить. Надо найти лабораторию и взять ее под контроль. Повезло, что правая рука Тарлтона у нас. Если кто ее и расколет, то только Брюс. Он уже вызвался. Неплохо, Тони. Иди в комнату для допросов. Я скажу, чтобы Брюс готовился. Мисс Романов, доктор Ким хочет поговорить с вами у штабного стола. Как можно скорее. Привет из муравейника. Наташа, спасибо за помощь в тюрьме АИМ. И за всю твою работу в качестве танцовщицы. Я-то все гадал, что это за ангел-хранитель. Обращайтесь, Хэнк. Порой для важной работы нужны грязные руки. Это верно. И как вам удалось подключить Химеру и поднять ее в воздух без Терригена? У Химеры двигатели того же стандарта, что и у старых геликарьеров. Она, как бы сказать, гибрид. Но классный гибрид. Подозреваю, что вы нам позвонили не только, чтобы поблагодарить нас, доктор. Честно скажу, не только. Мы изучили данные, которые вы прислали мне из тюрьмы. А им смогло перевести большую часть нелюдей. Я отследил корабль. Кто-то должен его догнать. Мы сделаем все, что сможем. Спасибо. Я отправил детали задания на ваш штабной стол. Конец связи. Мисс Романов, добро пожаловать на Химеру. У меня есть информация о потенциальных перебежчиках АИМ, о которых вы сообщили мне еще будучи танцовщицей. На штабном столе я отметил области, которые могут быть вам интересны. Спасибо, Джарвис. Я рада, что ты снова помогаешь мне с данными по заданиям. Как в старые добрые времена. Ладно, командир. Мои люди на месте? Да, как ты и предсказывала. Я следила за лабораторией АИМ, которую вы нашли в пустыне Юты. С утра туда перевезли ученых. Такое чувство, будто я не догоняю. А ты не отставай, Тони. Не буду, если ты расскажешь мне свой супершпионский план. Вдова установила контакт с группой ученых в АИМ. Хотят перейти в сопротивление. Спасательная операция. Ясно. Это умные ребята. Может, поумнее тебя. Нам не помешают их мозги. Я в деле, но если что, боти готовы прислать подмогу.
Ты много общалась с этими людьми? Как танцовщица? Очень. А как меня раскрыли, то корпоративную почту заблокировали. Переманивала людей прямо под носом Аим? Класс. Надо вырубить электричество на базе АИМ, чтобы ученые могли воспользоваться этим и дезертировать. Эти ученые как-то связаны с Днем Мстителей? Они работали в лаборатории Тарлтона. Той самой, которая обнаружила Тарлтона. Видимо, хотят вступить к нам из-за чувства вины. Надо добраться до электрощитовой как можно скорее. Без электричества они не смогут вызвать подкрепление, если, конечно, мы не привлечем их внимание раньше. Ладно, щитовая прямо по курсу. Чтобы проникнуть в нее, понадобится помощь Джарвиса. Мисс Романов, этот объект защищен локальными протоколами безопасности. Чтобы я открыл двери, вы должны подойти с вашим передатчиком к узлу их сети. Подобраться поближе и ждать, пока ты не закончишь. Поняла. Принципиально важно, чтобы вы оставались в досягаемости узла и не подпускали к нему бойцов АИМ. Они попытаются заглушить мой сигнал. Никогда не могу угадать, какую тактику ты выберешь. Идти в лоб или втихую. Иногда и я не могу угадать. Я почти открыл двери. Пожалуйста, не отходите от узла. Без проблем. Здоровьем.
закончил, двери открыты. Отлично. Иду внутрь и уничтожаю их щитовую. Доктор Форсон, прием. Я готова отвлечь их внимание. Принято, вдова! Что у вас? Нервничаем, но готовы выдвигаться, как только вы отвлечете на себя АИМ. Готовьтесь отчаливать. У нас гости! Мне нужно уничтожить все 4 турбины. Тогда питание отключится, и АИМ на это отвлечется. И пришлите мстителей на подмогу, пожалуйста. Хилл. Как только я это сделаю, на меня насядет вся база. Я за ними прослежу. А ты оставайся в живых. Прогреваем двигатели. Они вот-вот нас раскроют!
Корсон, подождите 30 секунд и взлетайте. Пора отсюда убираться! Мы... Проклятие! Корсон, вы смогли вырваться? Не отвечают. Поднимайся. Они целятся в нас! Их сейчас собьют. Черт, Хилл, дай последние координаты. Сейчас, подожди. Километра, а им собирается у предполагаемого места крушения. Неподалеку от вас находится элитный боец АИМ. Уничтожив его, вы можете обнаружить что-нибудь полезное. Мы справились! Мы живы! Держитесь, я скоро буду! Хотите увидеть все мои пушки? Запросто! Противник добрался до места крушения. Войска, а им здесь! Я почти на месте. На корабле должен быть сейф с оружием. Используйте его! Неплохо. Теперь у них хотя бы будут пушки. АИМ наступает. Это ненадолго. Спасите нас, пожалуйста! АИМ, шутки плохи.
Горящее сердце! Глушат мои сканеры. Конечно, электричество уже снова включили. Все пошло не по плану. Как обычно. Эй, Джарвис, мои деньги пришли? На ваш счет поступила внушительная сумма. Ты делала это за деньги? Глубокий вдох, командор. Я объясню, когда смогу. Объяснишь сразу же, как только сюда явишься. Тогда лучше пойду самым живописным путем. Ладно, командор. Мои люди на месте? Да, как ты и предсказывала. Я следила за лабораторией АИМ, которую вы нашли в пустыне Юты. С утра туда перевезли ученых. Такое чувство, будто я не...